Хлои и Ким Кардашьян носят купальники и устраивают в них жаркие фотосессии круглый год. И пока позирование на берегу океана для них самое обычное времяпрепровождение. Вязаные и плетеные купальники сейчас в тренде. Но насколько они практичны, если в них плавать? Похоже, Дуа Липа об этом не переживает и выбирает образ под настроение. Каждый, кто побывал на море, мечтал устроить красивую фотосессию на берегу во время заката. Николь Шерзингер решила не отставать и тоже попозировать в золотистых лучах среди пальм. Настасья Самбурская столкнулась с неприятностями на границе. Актриса смогла найти неожиданный выход из ситуации. Сначала певица прилетела в Дубай. Уже на популярном курорте она определила следующую локацию. Это было Бали. А вот на Бали в таможне ей сказали: «Покажите обратный билет». «А я не могу показать им обратный билет, потому что я не знаю, сколько я здесь пробуду. Может быть, неделю, а может, две», – объяснила Настасья. Актриса стала искать способ решения проблемы. Она заявила таможеннику, что является популярной личностью в России. В доказательство Самбурская предъявила свою страничку в соцсетях и сказала, что обязательно вернется в Россию. Фотосессия для нового альбома Майли Сарус тоже во всех смыслах жаркая. Название переводится как «Бесконечные летние каникулы», и образ у певицы соответствующий. Ники Минаж наслаждается жаркой погодой и позирует для своих соцсетей в откровенном боди. Всем удачи!